Всем привет, друзья! Это канал Hello Село. И мы с вами на кубоматче «Факел» Рубин. Погнали! Впервые на моей памяти отключили свет во время футбольного матча. Необязательный гол, вообще непонятный, могли не пропускать. Я считаю, что забил, 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 забил. Шарф вот это первый, только единственная бахрома чуть-чуть другая была, 10 штук. Делали на Чижовке ребятами, там две девчонки еще были. Самый первый в 97 году, делали 10 штук на себя. Потом вот эта партия пошла, другая с бахромой, так он такой же. Самая первая с белой, с двух сторон, белая бахрома длинная тянулась. Вот этот еще шарф делали. Второй был шарф Лохматова Геннадия по диагонали. Помнишь, да? Паша СП делал, и Гена Лохматый. И тут же, в то же время, вот этот фан шарф темно-синий, который, это клуб любителей футбола, там Валера Пожарник, Серега Бабин, Андрюха Конь, ну всех, извините, никого не помню. В общем, вот эти шарфы прям самые первые. Зимою, и летом, и в душу, и в ночь! Родной! Что-нибудь пожелай нашим ребятам. Ну что, ну хотя бы минимум сравняли, а так ждем победы. Не выиграли, как... не выиграли потом. Да. Ну есть возможность, кстати. Все, давай, удачи. Регулярно выйдем. Ходите? Постоянно, вон туда. На юг, да? Все, как вас зовут? Александр. Александр, все поставьте лайки. Александру, с какого года ходите на футбол? С 1999. Ну, почетно, почетно. Друзья, у нас начался второй тайм, погнали. Проект Табо 7, номер 5. И побеждать! И побеждать! И побеждать! Давай!
На нашем стадионе присутствует 7090 зрителей. Спасибо за поддержку футбольной Воронеж. Остается нам пить минералочку и водичку. 2-0 увы, Зарубин забил. Такие дела. Хотя факел достаточно неплохо закрывал. В одну сторону. Абсолютно. Согласны вы или нет, пишите внизу в комментариях. Подписываться. Обязательно. И лайк поставить. Обязательно. Спасибо вам большое. Вот таким получился этот матч. Если видео понравилось, одежку факела, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. И в случае, если YouTube будет тормозить, подпишитесь на ВК, Яндекс.Зен, Рутюб. Короче, где вам удобно смотреть. Мужики, подписывайтесь. Классный канал. Друзья, если вы хотите приобрести мерч, за этим в ВК. Ну и до скорой встречи, вы у меня самые лучшие зрители. А факел – самый лучший клуб на свете. Пока. Верим в победу.